And we are ready to inform you about the results of the second heat, 200 meter races, boys. The first was Ishan Hajayev Amir, the result 24.12. The second was Zhukov Dmitry, the result 24.52. The third was Leontief Roman, the result was 25.17. The fourth was Fomin Alexander, the result was 25.72. The fifth was Shevtsovkin, the result was 25.73. The sixth was Kapanov Yaroslav, the result was 26.20. The seventh was Belomestnev Semyon, the result was 26.39. The eighth was Parasovir, the result was 27.18. Дети Азии представляют стадион «Динамо». Легкая атлетика. The Seventh Children of Asia International Sports Games present Dynamo Stadium. Track and Field Athletics. Мы за русский старт принимает Александра Кочеткова, приморская команда номер 2. Кочеткова Александра from Приморский край, the second team. Шестая дорожка, Карина Кузенкова, Приморье. Кузенкова Карина from Приморский край, the first team. Пятая дорожка, Амира Амирова, Республика Татарстан. Амирова Амира, Republic of Татарстан. Четвертая дорожка, Сабрина Акзямова, Сибирский федеральный округ. Акзямова Сабрина, Siberian Central District. По третьей дорожке стартует Ксения Устюжинникова, Дальневосточный федеральный округ. Устюжинникова Ксения, Far Eastern Central District. Вторая дорожка, Анетта Андреева, Республика Саха-Якутия. Андреева Анетта, Республика Саха-Якутия. Андар.
Ну а лидером первого финального забега является Сабрима Акзямова, Сибирский федеральный округ. И совсем рядышком с ней бежит Амира Амирова, Республика Татарстан. Ну и на третьей позиции сейчас Ксения Устюжникова, Дальневосточный федеральный округ. Лидирует Амира Амирова, Республика Татарстан. Выходит на финишную прямую, очень трудно бьют первые лидеры. We have a serious fight between Aksamov Sabrina and Amirova Amira. Ну а на финишную прямую вперед выходит Сабрина Акзямова, Сибирский федеральный округ. Она и становится победительницей первого финального забега. And Aksamova Sabrina is our winner of our final first heat. The first two servers they received, they're from Siberia and Georgia. Сейчас будут бегать парни. Вице-президент международного комитета и Армении Азии.
Султан Атаевич Мурадов. Вице-президент Международного комитета Лига Федерации Марат Марсович Бариев. Генеральный секретарь Международного комитета Лига Федерации Шерзон Адам Шарноевич Антутумаев. Внимание на беговую дорожку. Представляем первый финальный забег на 800 метров у юношей. Attention to the competition area. 800 meter races are about to start. Boys, the first heat. По седьмой дорожке старт принимает Михаил Костылев, Приморский край. Костылев Михаил from Приморский край, the second team. Шестая дорожка. Семен Батаков, Уральский федеральный округ. Батаков Семен, Урал Федерал Дистрикт. Пятая. Егор Капитонов, Приморский край. Капитонов Егор from Приморский край, the first team. Четвертая дорожка. Даниил Марафанов, Москва. Марафанов Даниил from Moscow. Третья. Асадбек Калиджонов, Узбекистан. Лилджик Асадбек from Узбекистан. Вторая дорожка. Даниил Мельников, Дальневосточный федеральный округ. Мельников Даниил from Far Eastern Federal District. На старт. Внимание победителей и призеров на 800 метров у девушек. Виктория Новгородцева, Уральский федеральный округ. Вера Быковский, Всемирский федеральный округ. И Марфуна Ахмедова, Узбекистан. Вы приглашаетесь в наградной отдел. And we are at meters girls. The first was Новгородцева Виктория, Урал Федерал Дистрикт. Лидерство захватил сейчас представитель Дальневосточного федерального округа Даниил Мельников, его нагрудный номер 37. Now Мельников Даниил takes the lead. На второй позиции Семен Батаков, Уральский федеральный округ. Батаков Семен is the second. И третьим сейчас бежит Асадбек Халиджонов, Узбекистан. And now Асадбек Халиджонов is the third. Сейчас спортсмены вышли на финишную прямую. Развернулась очень упорная борьба. Последних 50 метров. We have very serious struggle. И победителем становится Даниил Мельников, Дальневосточный федеральный округ. And Мельников is our winner. The first heat, 800 meters boys, Far Eastern Federal District. Внимание на беговую дорожку. Представляем второй финальный забег юношей на 800 метров. Attention to the competition area. 800 meter races, boys, are about to start the second heat. We are ready to introduce our sportsmen. По восьмой дорожке старт принимает представитель города Москвы Дмитрий Долгов. Долгов Дмитрий from Moscow. Седьмая дорожка. Максим Беляев, Приморский край, первая команда. Беляев Максим from Приморский край, the first team. Шестая. Асилбек Хаджабоев, Узбекистан. Раджабов Асилбек from Узбекистан. Пятая. Алексей Сапожников, Сибирский федеральный округ. Сапожников Алексей, Siberian Federal District. Четвертая. Александр Третьяков, Уральский федеральный округ. Третьяков Александр, Урал Федерал Дистрикт. По третьей дорожке старт принимает Дмитрий Большашков, Республика Саха-Якутия. Большашков Дмитрий, Republic of Saha, Якутия.
И по второй дорожке стартует Герман Осман, Приморский край, вторая команда. Осман Герман from Приморский край, the second team. На старт. Я хочу вам ознакомить с рекордом игр «Дети Азии» в этом виде программы у юношей. Рекорд игр «Дети Азии» принадлежит Роману Трубецкому из города Южно-Сахалинска. Установлен он в 2004 году, равный 1 минуте 54,7 сотых. From Южно-Сахалинск, the result was 1.54.79. Произошла смена лидеров. Вперед выходит представитель Узбекистана Асилбек Раджабоев. Раджабоев Асилбек now take the lead and we have a very serious struggle between Белаев Максим and Раджабоев Асилбек. Асилбек Раджабов, Узбекистан. Победитель второго забега. Раджабов Асилбек from Узбекистан. Внимание. По восьмой дорожке старт принимает Тускул Емельянов, Республика Саха, Якутия. Предварительное время 25.06. Емельянов, Тускул, from Republic of Saha, Якутия. Preliminary result 25.06. Седьмая дорожка. Дмитрий Жуков, Сибирский федеральный округ, 24.52. Жуков Дмитрий from Siberian Federal District. Preliminary result 24.52. По шестой стартует Владислав Санатин, Уральский федеральный округ, 24.25. Санатин Владислав from Ural Federal District, preliminary result 24.25. Пятая дорожка. Михаил Зверьков, Дальневосточный федеральный округ, предварительное время 23.80. Зверьков Михаил from Far Eastern Federal District, preliminary result 23.80. По четвертой старт принимает Рустам Абдулаев, Узбекистан, 23.50. Абдулаев Рустам from Uzbekistan, preliminary result 23.50. Третья дорожка. Амир Ишанходжаев, Узбекистан, 24.12. Ишанходжаев Амир from Uzbekistan. Вторая дорожка. Роман Леонтьев, Уральский федеральный округ, предварительное время 25.17. Леонтьев Роман from Ural Federal District. И первый по первой дорожке стартует Артем Чурсин, Приморский край, предварительное время 25.32. And Чурсин Артем from Приморский край, the first team. Внимание!
Победителем финального бега на 200 метров становится представитель Узбекистана Рустам Абдуллаев. And Abdullayev Rustam took the lead, number 200 meter race, boys, finals. Thank you.
Не попади!
А наши в синем, да? А, тогда все. В белом. Final.